Так, что, второй раз зашла? Дубль два. Кадр четвертый. Поехали. Опять проснулась. Только в эфир. Дочка. Ну, естественно, побежала к ней. Короче, у меня любимая передача стала. Это вот с Кузеевой «Давай поженимся». Ну, как любимая? Она у меня с детства любимая передача. Но сейчас прям особенно полюбила. Привет, Лубенцик, привет. Блин, такие кадры иногда приходят. Даже Иришка чики-пики была. Саша, привет. Привет. А, вчера мы так в кино не попали. Вот, мама поздно вернулась, потому что мы ее отправили на волосы. Какие волосы опять красивые сделали. Посмотрите в сторис. Просто такие девчонки крутые работают в этой студии. Очень круто сделали. Прям очень красивые волосы, все покрасили, классно. А сзади мама стоит, как будто лет 20 ей. Прям реально девка молодая. Кузеева вообще огонь, ага. Привет, Минск. А, кстати, бьюти-боксы расходятся, и хочу напомнить, что их все меньше и меньше становится, поэтому успейте заказать. Сегодня на почту идем, отправлять будем. Вот. Сколько спросила? Ой, надо узнать, кстати. Я как-то на весы редко становлюсь. Ну, как-то, не знаю, чтобы не расстроиться и сильно не обрадоваться, чтобы потом не зажраться. Знаете, такие моментики бывают. Вот. Я просто по одежде вижу, что уже висит. И всю одежду, которую во время беременности носила, все выбросила. Как с ГВ у тебя? Ну, как? Как у всех кормим. Хотелось бы больше, конечно. Ела мел во время беременности? Не. Яшу отдали? Не, пока не отдали, потому что нам тяжело с ним прощаться. И все-таки это наша собака. И понятно, что ребенок важнее, ребенок на первом месте. Потом уже собаки, все остальное. Но пока нет. Не решились. Ночами спишь, да. Соблюдаешь ли ты диету? Да. Сегодня хочу поехать опять в этот вкусвилл. Что-нибудь такое попробовать. Может, там пастилу яблочную. Ну, что-то такое. Привет из Сарова. Женя нянчится. Ну, а конечно. Женька самый лучший нянь. Не отдавайте собачку. Ну, вы тоже такие интересные. Не отдавай собаку, или там тоже писали, ты там, как ты можешь собаку отдать, действительно. А мне даже, чтобы мне ребенок дебилом рос, да, дергался от лая собачьего. Вот это правильно будет, да, потом ребенок, не дай бог, нездоровый будет, зато с собакой. Класс. И собака в некомфорте живет, потому что постоянно ругаем ее, по жопе даем за лай, потому что она не понимает, она гиперактивная. Ну, вот такой у нас Яша, понимаете, у него с психикой, блин, на это, неполадки. И ребенок будет такой, и мы будем вот такие пришибленные все. Класс. Вот никто в моей шкуре не побывал, зато вот проще всего сказать, да, это, не отдавай собаку. Такие интересные вот просто. А вы зачем заводили? За шкафом заводили. Кушай. Это подвисло немного. Так, что еще? Есть зоопсихолог для собак. За пару уроков перестой. Так, а ну-ка дайте нам контакты, пожалуйста. Что-то я про зоопсихологов ни разу не слышала. Аж интересно стало. Просто мы занимались кинологом. Мы отдали 40 тысяч. Результат какой? Да, он знает место. Он знает кушать команду. Он, вот это вот мы знаем. Там команда сидеть. И все. То есть, ну, как-то за 40 тысяч, знаете ли, три команды, четыре. Ну, это смешно, правда. Вот. И мы пытались, чтобы это кинолог научила, и все бессмысленно. Хотя это считается, что это лучшая контора была в Москве по дрессировке, по дрессуре собак. Ну, вот она дрессировала. А лаять не отучили. Я думаю, где-то стук какой-то слышит, все, щелчки какие-то. Его распирает, он прям с ума сходит, Яша. То есть мы приложили все усилия для того, чтобы
выдрессировать нормальную собаку. Но не получилось. Он у нас такой. Немножко это того. Не лайкайте, виснет. Ну, что я сделала? Тут я уж не сделала ничего. Я бы забрала Анжелу далеко. За 40 тысяч вы сами смогли бы таким командам научить. Вы знаете, у меня нет какой-то вот силы сидеть с собакой, часами работать. И мне жалко время даже вот сидеть по 5 часов тренировать собаку. Ну, правда, я лучше пойду денег заработаю. И отдам, чтобы дрессировали собаку, чем я буду тратить нервы, а потом здоровье лечить. Ну вот.